Немец Александр Зверев, в воскресенье проигравший американцу Джону Иснеру в финале «Мастерс 1000» в Майами, США, поделился ожиданиями от Кубка Дэвиса. Германия сыграет с Испанией и Валенсией на грунте с 6 по 8 апреля. Первый игровой день соперником Зверева наверняка станет либо Роберто Баутиста Агут, либо Пабло Карриньо Буста. «Я буду активно тренироваться в среду, а четверг отработаю в более легком режиме. Таким образом, у меня будет полтора дня, чтобы подготовиться к матчу на грунте против игрока топ-20. Не думаю, что я буду фаворитом. Что касается грунтового сезона в целом, то, надеюсь, он снова будет классным. Мы не так много играем на грунте, как бывало в прежние годы, так что я постараюсь максимально насладиться этим отрезком. Конечно, в матче Кубка Дэвиса в Валенсии мне будет тяжело. Психологически я готов, но полную готовность к игре на грунте надеюсь обрести к старту Монте-Карло», приводит слова Зверева Tennis World USA. Снер завоевал титул в Майами, в финале обыграв